В минувшие выходные небольшой городок Шуя превратился в столицу автоспорта. Здесь прошел второй этап первенства ЦФО по авторалли. Сразиться за звание сильнейшего гонщика на этот раз съехались более 30 спортсменов из Ивановской и других областей. По зачетам этой гонки делаются спортивные звания, то есть не просто так это ребята покатались, а могут получить звание кандидата в мастера спорта, разрядника, мастера спорта, если 3 года подряд побеждать в течение года, то можно получить даже мастера спорта, то есть это достаточно серьезное соревнование, рассчитанное на рост спортсменов. Поэтому и страсти перед стартом кипели нешуточные. Мало побороть собственное волнение, так еще и необходимо проверить состояние машины перед гонкой, чтобы она не подвела в самый ответственный момент. Ведь ралли, в отличие от других дисциплин автоспорта, рассчитано на долгое время и большие расстояния. Стандартное классическое ралли, то есть перегоны, на которых участники едут, как обычные участники дорожного движения, и перекрытые скоростные участки, на которых они соревнуются, кто быстрее, а некоторые, кто едет на стандартных автомобилях, кто точнее. Трасса проходит по городу Шуи, по Шуйскому муниципальному району, Палехскому и Южскому. Общая протяженность трассы 290 километров. Из них 89 – специальные скоростные участки, перекрытые от постороннего движения. Ралли проходит в Шуе уже 8-й год, и многие гонщики знают, что их ждет впереди. На данной трассе она, скажем так, очень скоростная, много прямиков, и максимальная скорость достаточно высока будет. Сложность будет найти то нужное место, где пилот должен осадить машину и правильно войти, технически правильно войти в поворот чисто. Потому что в случае уборов, вылета с трассы, это как бы будет очень жестко. Скорости достаточно большие. Стартуют гонщики поочередно. Осторожно, минуя городские улицы, выезжают на спецучастки. А здесь уже можно выжать все из своего железного коня. По итогам гонки будут определены лучшие спортсмены в каждом из классов. Но уже просто добраться до финиша – большое достижение для гонщиков. А главное – колоссальный опыт. Наталья Романова, Сергей Коликов, РТВ Иваново.